В Кордайском районе на заводе ТО «Корцем» осуществлен запуск линии по производству клинкера. Проект по строительству цементного завода реализует сингапурская компания «Алацем». Завод является одним из самых современных и безотходных предприятий в Центральной Азии. Выступая на торжественной церемонии запуска новой линии, глава региона Ербол Карашукеев отметил важность проекта для экономики области. В соответствии с поручением главы государства в регионе успешно реализуется ряд инвестпроектов, открываются крупные производства, цементный завод в Кордайском районе – яркое тому доказательство. Уверен, что данное предприятие внесет значительный вклад в развитие экономики региона, будет обеспечивать местных жителей стабильными рабочими местами, отметил аким области. В этом заводе реализованы самые современные в Средней Азии технологии по эффективности и безотходного производства. Завод после запуска на полную мощность в течение года будет производить порядка 1,5 миллиона тонн высококачественных сортов цемента. Я думаю, что он внесет свою лепту в социально-экономическое развитие региона. Только на первом этапе создано уже порядка 400 рабочих мест. В течение, при выходе на полную мощность, будет до 1000 рабочих мест с учетом всех смежников создано. Мощность новой линии в сутки 3,5 тысячи тонны клинкера, который является основным компонентом производства цемента. Общий объем инвестиций составит 50 миллиардов тенге. Годовая мощность предприятия 1,5 миллиона тонн. Создано более 400 новых рабочих мест. В дальнейшем планируется создать более 500 новых рабочих мест. Управляющий директор ТО International Cement Group Бенджамин Ченг подчеркнул, что проекту со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка. Наша компания планирует также привлечь других потенциальных инвесторов для создания новых рабочих мест в Жамбылской области. Мы убедились на своем опыте, что здесь для инвесторов созданы все условия. Также регион обладает большим потенциалом для экспорта продукции. Заместитель гендиректора компании «Корцем» Станислав Щербаков подчеркнул, что новое предприятие позволит насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить конкурентоспособность и экспортоориентированность данной отрасли. Сам проект «Корцем» он имеет экспортный потенциал, поскольку мы граничим с дружественным нам государством Кыргызстаном. При этом цементный завод обеспечит в пределах 30% Жамбылскую область, покроет дефицит, который на сегодняшний день имеется в таких ключевых городах, как город Тарас. Продукция будет соответствовать самым лучшим стандартам европейских качеств. И будут также выпускаться спеццементы, которые смогут обеспечить строительство атомной электростанции. Стоит отметить, что инвестиционный портфель Жамбылской области включает 80 проектов на 3,4 триллиона тенге, что позволит создать 4,1 тысячи рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 35 инвестпроектов на сумму 214 миллиардов тенге с созданием 1453 рабочих мест. На сегодня запущены 20 проектов на сумму 146,7 миллиарда тенге. Создано 674 рабочих места. Валихан Талгатов, Ильдар Гизатуллин, Асылжан Шымкент, Айкын Акпарат.